просьбам, то есть посмотрим сегодня на Litecoin, это первое. И второе, выполним то, что мы вчера не доделали, то есть мы вчера не дали обзор по NEM и Monero. Вот такие планы на сегодня, приступим. Итак, начнем с Litecoin, пожалуй. И что мы здесь видим, что на данный момент, какая ситуация, какую ситуацию нам предлагает рынок. Вот такая вот двоякая у меня картинка появилась. Я не знаю, как себя, честно признаться, вот позиционировать в этой валюте, потому что прежде всего имеем вот такую вот картинку, как вроде бы волна 1 показала себя достаточно явно. Достаточно явно. С другой стороны, существуют признаки того, что на данный момент мы находимся вот в таком нисходящем пятиволновике. Поэтому я вот этот пятиволновик зелененький просто буду держать у себя в голове. Да, оно, конечно, картинка больше похожа на новый пятиволновик наверх, но видите, такая ситуация складывается, что возможно, что на самом деле вот у нас вот такое вот движение возможно вниз, то есть в пятой волне. Поэтому, вот честно признаться, я даже не знаю, что делать, как себя вести, поэтому скорее в Litecoin я пока ходить не буду. Как вести себя здесь, то есть в любом случае мы сейчас в коррекционной волне, или 2, или 4, входить наверх, короткий стоп, но стоп, видите, нужно выводить под минимум волны 1, то есть коротким его не назовешь, это уж простите, $33, при теперешних ценах в 54-33, ну как бы это большая потеря, ну это больше 50%. Не хотелось бы рисковать, то есть не, ну, не больше 50, конечно, там меньше, но все равно как-то риск слишком большой. Поэтому вот желательно, как по мне, дождаться все же каких-то сигналов от рынка, чтобы уже понять, что происходит, куда это все летит, и тогда только осуществлять какие-то входы. Это по лайткоину. Пока большего рынок нам не дает, я не вижу чего-то большего. Вот сейчас, на данный момент, вот только такая ситуация имеет место быть. Далее, вчера мы никак не могли с вами разобрать Monero. Я вчера уже, в принципе, подготовил этот анализ, но вот сегодня только выбрасываем его. Что по Monero? По Monero схожая ситуация, но тут более явная картинка того, что действительно мы находимся в волне 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь как-то проще немного. Что здесь мы видим? Что из себя нужно, что из этого всего нужно извлечь? Прежде всего, входить сейчас, в принципе, можно. Можно даже с текущих уровней. Стоп-позиция у нас находится вот $71. То есть это ниже волны 1. Ниже волны 1. И, в принципе, соотношение риск-прибыль будет оптимальным. То есть, если даже пробиваем, потеря будет незначительная. 85-71 – это $14. В принципе, нормально по сравнению, то есть в процентном отношении все в порядке. Если выходить 20% депозита, даже 15%, все, то есть это небольшая потеря. Потенциальная прибыль, видим, волна 3. Волна 3, поэтому в принципе здесь имеет место вход по Monero. Поэтому в принципе предпочтительная валюта для покупки. Будем рассматривать ее также, поэтому скорее всего будем входить в нее. Кто хочет войти безопасно? То есть вообще, чтобы не было никаких там, то есть наиболее безопасный, так сказать, вход. Опять-таки повторюсь, необходимо дождаться в волне 3 вот такой вот картинки. То есть волна 1, 2 и поехали там волна 3, 4, 5. То есть это вот я разрисовал пятиволновик волны 3. Естественно, входить нужно, вот дождавшись волны 1, 2. Напоминаю, что волна 2 должна быть в размере 38-50%, должна иметь четкую зигзагообразную структуру в районе этих процентов, в районе вот к этому уровню 38-50% общего движения волны 1 в волне 3. Вот такая вот ситуация. Это здесь по Monero. Поэтому, в принципе, вход возможен. Целевая зона волна 3. Будем делать обзоры, смотреть, когда она наступит. Ну и, соответственно, соотношение риск-прибыль здесь оптимальное. Поэтому лайткоин как лайткоин, но вот Monero дает достаточно серьезную перспективу для входа. Далее. Мы с вами должны были глянуть на валюту NEM. И валюта NEM сейчас на данный момент вот нам дает вот такую вот
вот такую диспозицию. Итак, что у нас получается? Первое, у нас есть некая стоп-лайн, то есть остановка, это ниже вот этого минимума, 0,80, то есть это 0,08 цента. Вот. Здесь мы имеем на 12,100 где-то в рамках волны Е имеет место быть вход. Вход этот будет осуществлен в рамках нового пятиволнового цикла, то есть я рассчитываю, что где-то с этого момента начнется развитие нового пятиволновика. Вот как-то так. И получается здесь у нас вход психологической установкой забавы ради. Вы помните, что это такое, я уже неоднократно об этом говорил. То есть вход в волну 1, короткий стоп. Ну и соответственно, если мы в него входим, то будем забирать уже полностью весь пятиволновой цикл, ну за исключением волны 5, вы знаете, как я к ней отношусь. Вот приблизительно такой вот у нас минимальная при этом зона у нас 0.25, потеря, как мы видим, 20, то есть вход 12.200, стоп-лайн 0.08, то есть это 25% потеря, а рост 100. Ну, как бы соотношение риск-прибыль 1.4 оптимально, по мне. Поэтому, в принципе, можно входить и в NEM, но дождавшись, конечно же, вот этих уровней 12.200. Позавчера уже попытка сюда проникнуть была, поэтому в принципе думаю, что мы продолжим движение вот в этом направлении, и 12200 все-таки будет достигнуто. Это по NEM. И давайте коротко глянем, что у нас с биткоином происходит, чтобы уже понимать тоже, я расписываю все эти картинки, что у нас к чему. Итак, биткоин. Биткоин снова показал нам новый максимум. Сейчас опять идем вверх. То есть я так подозреваю, что идем вверх мы в рамках волны 4. То есть в рамках волны 4, возможно, волна уже 5 началась. Возможно. Но вот, такой вот, вот такая вот структура, когда образуется на коррекционной волне, она говорит о коррекции 2.10, поэтому очень может быть, что мы сейчас уйдем вот в такую длительную, вот так вот длительно уйдем вот в такую коррекционную вещь, то есть можем корректироваться вот так вот, то есть в рамках волны 4. Длительная коррекция, а потом, конечно же, будет волны 5. Может быть, скорее пойдем сразу на волну 5. То есть, возможно, вот это и была уже, собственно, волна 4 полностью. То есть, возможно даже. Но то, что мы уже, то есть, волна 4-волна 5, то есть, заканчиваем полностью курс цикл пятиволновой, это достаточно четко видно. Вот такая ситуация по биткоину. Напоминаю, что у нас целевая зона 6850-7800, я уже ее говорил о ней, поэтому где-то вот в этих пределах мы будем находиться по биткоину. Вот такая вот ситуация у нас по утру сегодняшнего дня. Берегите свои депозиты прежде всего. Кому понравилось, палец вверх. Рекомендуйте друзьям. Всего наилучшего. До новых встреч.